Оранжевый автомобиль, этот человек сел в машину и скрылись из вида. Оранжевый автомобиль. Как звали человека задержанного? Сейчас, лейтенант Попов, свяжитесь, пожалуйста, с капитаном Робом, уточните эту информацию. Роб, на связи. Если у вас бодикамера там или что у вас снимало, передайте, пожалуйста, запись. Начнем расследование. Имя, фамилию, товарища. Бодикамера, к сожалению, сегодня не работает, но фотофиксация проводилась, я сейчас посмотрю. Хотя бы фотофиксация, уже будет внешний вид и имя, фамилия. Да, конечно. Он не может. Не может сказать? Да. Потому что не знает? То есть мы не будем вас не принимать в полицейский департамент. Вот это грустно. Вы не знаете каких-либо понятий вашей специализации. Ну, мы точно знаем, что там оранжевые. Я знаю, я же говорю, когда собеседование. Моцарелла, раздевайся, сейчас поедем искать. Я уже готов. 5 секунд, я на 5 секунд зайду, это очки надену. Пожалуйста. Здорово, напарник. Кто-то на этих наручниках. Три вида власти. Блядь, нахуй, сколько можно же сидеть в этом тюрьме, ёбаном, а, блядь, нахуй. Блядь, это пусит. Заебал, нахуй. Судебная власть. Уж можно меня поздравить. У меня первый опыт. Исполнительная власть. И исполнительная. Две одинаковые? Нет. Судебная, исполнительная и... Какую я там третью назвал? Законодатель. Да. А вы просили только три назвать? Их же есть, как я знаю, больше видов? Нет, их три. Судебная, законодательная и исполнительная. Ну, там еще разделяют... Так вы мне фотографии передадите? Политическую, духовную... Я ищу. Нет, трудности. Так вы... Другое понятие. Уходим по карману, там по... Так ознакомиться с этой темой. Почему длительно? Тогда вы разберетесь, я думаю. Да, да, да. Вот, на какой мы находимся ветви исполнительной. Замечательно, у меня вопросов больше нет, можете приходить к следующему. Хорошо, хорошо, так, в принципе, мы все узнали. Так, давайте сейчас пройдем стандартный тест, который проходят все люди на собеседовании в полицейский департамент. Я вам продемонстрирую несколько картин. И вы мне просто ответите, что вы видите. Девушка, вы пока это фотографию мне дайте, пожалуйста, в руки. А чё ты это... Дебил. Понимаю. Что вы видите на данной картинке? Сейчас я еще не... Что, днем приезжали, у вас там что-то все целый день переговоры, и сейчас приехали. Прости, 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 извини, я ничего. Можно сюда медика? Алло. Конечно. Алло. Извини, пожалуйста. В ЛСПД. А, ничего, да, блин, у нас был задержан на призыве, мы его доставили, и он сбежал. Если что, беру только... Сбежал! Понимаешь, возле самых дверей мы его ввели, уже конвоем подъезжает какой-то мудила на оранжевой тачке. Этот прыгает в машину, они уехали с хохотом. Сейчас пытаемся разобраться, я ищу, где фотофиксация. Только смотрит. Его искать будут, детективы. Но я ее изъяла, я хотя бы сейчас вещдоки передам. А вас телефон звонит, товарищ. А вам эта картинка... А вы в очередь встаньте, пожалуйста. Нет, не у вас звонит. Ладно, давайте, подъезжайте, я тебе передам все дела, потому что мне нужно вздремнуть на пару белую минут. Футболку.